Регистрация – обязательное условие для пациента. Чтобы избежать очередей, каждому посетителю выдается специальный маршрутный лист. С его помощью можно пройти таких специалистов, как терапевт, невролог, психолог и окулист. Анна Александровна работает учителем в казачьей школе села Юровка. Здоровый образ жизни пропагандирует собственным примером. Как результат, все показатели в норме. Во-первых, нужно следить за своим здоровьем. И поэтому пришла сюда. Ну, думаю, что получу максимум информации и какие-то дальше будут решения. Участники акции смогли пройти консультацию узконаправленных специалистов абсолютно бесплатно. Акцент был сделан именно на психическое здоровье жителей. Научись управлять собой. Лекция для педагогов, проведенная квалифицированным экспертом. Как контролировать свои эмоции, найти общий язык со школьниками и их родителями. Занятия посетили десятки человек. Сюда приходят у нас и учителя сегодня, и просто жители города, активные жители, представители органов территориального самоуправления. Они могут пройти узкоспециализированные врачей, которые позволят выявить какие-то патологии и, соответственно, маршрут лечения обозначить. Мне очень понравилось наше здравоохранение. Они вообще молодцы, заботятся даже о приезжих. Вот смотрю, столько народу, которые живут в другом регионе. Я вот смотрю, и вот проходит все это так быстро, моментально, никакой толкучки. Ну вот в течение часа я прошла уже 4 врачей. Разобраться в маршруте пациентам помогали волонтеры. За день обследования врачи прошли более 400 человек. Патологии, которые можно вылечить на ранней стадии, были выявлены у 150 анапчан. Они пройдут дополнительные консультации с врачом и получат необходимую помощь. Ирина Меркурьева, Ксения Сипко, Роман Беркалиев, Анапа регион.